Сенатор Екатерина Алтабаева назвала нынешнее послание президента Федеральному собранию беспрецедентным по количеству предложенных Владимиром Путиным уникальных решений по улучшению уровня жизни российского народа. Президент предложил совершенно конкретные меры, которые позволят совершить серьезный прорыв, в первую очередь в демографической сфере. Для меня, например, одно предложение – продление возможности выплат поддержки семьи до 7 лет на рожденного ребенка, да, это, ну, совершенно уникальная вещь. Также Екатерина Алтабаева отметила важность предложения президента о возможности внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, основной закон государства. Конституция – это стабильный документ, новый нам не нужен, но в нее нужно внести изменения. Эти изменения будут касаться расширения полномочий Федерального собрания, как Государственной Думы, так и Совета Федерации. Это, безусловно, важнейшая вещь.